Росстандарт сообщает об отзыве в России 2472 автомобилей марки Шкода и Volkswagen. Под компанию попадают модели Шкода Кодиак и Volkswagen Tiguan, изготовленные в период с 2019 по 2020 год. Как уточняет пресс-служба ведомства, причиной для отзыва данных автомобилей послужило то, что на транспортных средствах с дизельными моторами на топливной магистрали может быть установлен шланг несоответствующего качества. Это, в свою очередь, может привести к негерметичности топливной магистрали и, как следствие, к утечке топлива. В ближайшее время уполномоченные представители изготовителей ООО Volkswagen Group Rus свяжутся с владельцами транспортных средств, попадающих под отзыв, и сообщат о необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На этих «Шкода Кодиак» и Volkswagen Тигуан» проверят дату и время производства шланга топливной магистрали. Если на шланге отсутствует маркировка или в маркировке указаны определенные дата и время производства, то его заменят. Все работы будут осуществляться совершенно бесплатно для владельцев транспортных средств. Самостоятельно узнать о наличии автомобиля в отзывной программе можно с помощью специального сервиса на сайте авто.ру или на сайте Росстандарта. Если автомобиль попадает под отзыв, то владельцу такого транспортного средства необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита. Вы смотрели видеоверсию сайта Трантас Ньюс? Будьте в курсе новостей.